Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю сегодня с праздником Богоявления, с крещением Господа нашего Иисуса Христа. Хотелось бы напомнить всем вам, в чем главный смысл сегодняшнего торжества, о чем сегодня и возвещает нам Евангелие, которое читается во всех храмах, где бы только сегодня не совершалась божественная литургия. Сегодня не только освящается вода, люди идут за водою. И есть очень хорошая народная мудрость. Как бы ни был далеко расположен колодец, жаждущий народ все равно идет и находит его. А как известно, к пустому колодцу народ не ходит. А если сегодня столько людей снова возвращается в церковь, причем есть те, которые уже давно ходят в церковь, есть те, которые только начинают свой путь, есть те, которые сейчас только стоят во дворе со своей какой-нибудь, может быть, емкостью воды, еще не решаясь переступить порог церкви, но нам нужно сегодня вспомнить о том, кто освящает эту воду, за которой сегодня приходит такое большое количество людей. Это все те, которые верят и чают, что от этой воды они получат и исцеление, и помощь, и укрепление. И вот сегодня, внимательно вчитываясь в слова, которые сказаны были за божественной литургией, которые передает нам евангелист Матфей, мы слышали: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Почему и сей праздник мы и называем крещением, Богоявлением? Немножечко поясню, что было время, особенно в IV веке от Рождества Христова, когда уже после прекращения гонений в церкви стали появляться различного рода толки, так называемые секты, религиозные организации, которые по-своему толковали Евангелие. Они верили, что Иисус Христос действительно родился, но Он был человеком, рожденным от Иосифа и Марии, а Христом Он стал только тогда, когда на Него сошел Святой Дух. Вот какая была ересь в то время, о чем мы даже сегодня и помыслить себе не можем. Мы знаем с вами, что Христос уже родился Бога-человеком. Он уже воплотился, и праздник крещения, Бога-воплощение в младенце Христа, через родившегося от Пречистой Девы Марии, произошло еще в утробе Пресвятой Девы Марии. И вот чтобы эту секту, которая очень сильно распространялась по всему Востоку, в том числе и Западу, христиане православного вероисповедания как раз-таки и нарекают этот праздник Богоявление, что Бог, который родился, явился в Иордане. Вот сколько смысла в слове «Богоявление» сегодня. Это нам понятно, что Христос выходит на свою общественную проповедь, Он заходит в Иордан, Он крестится от Иоанна, хотя креститься не должен, потому что зачем креститься тому, кто не нуждается в покаянии и в омовении своих грехов. Но Христос, когда вошел в реку, Он не стоял долго. Он не был человеком, имеющим грехи. Это был Святой Бог, который вошел в реку, чтобы осветить естество воды и дать нам великое знамение через Иоанна Пророка, который увидел голубя и глаз с небес, о котором сегодня мы услышим в Божественном Евангелии. Иоанн же, наоборот, удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Он понимал, кто перед ним стоит. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Давайте вдумаемся в эти слова. Сам Христос показывает нам пример, что для исполнения правды, для того, чтобы наследовать жизнь вечную, для того, чтобы стать настоящим сыном Церкви Христовой, который основал на земле свою Церковь и сказал: «Церковь мою созижду, и врата ада не одолеют ее». Христос не сказал: «Я построю храм». Церковь – это все мы.
это все те, которые крещены во имя Святой Троицы, которая открылась нам сегодня в Богоявлении во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И вот чтобы исполнить всякую правду, как члена Церкви, как человека, который предуготовлен к спасению, для чего Христос и укрепляет свою Церковь таинствами, первое из которых – это таинство крещения. Затем идет миропомазанием, в котором Господь сообщает каждому крещенному человеку Святаго Духа благодать, которая вся немощная врачует и все оскудевающее восполняет. И потому, дорогие, мы крещены с вами не просто погружением в воду, а окроплением водой. Мы помазаны миром. Мы все миром мазаны с вами, святым, благодатным. Давайте, дорогие, не забывать, что мы с вами, крещенные, только в начале пути. А значит, давайте участвовать в таинствах Церкви, не только в покаянии, в миропомазании и крещении, но и в самом главном таинстве, в причащении святых христовых таинств, которые сам Христос преподает нам за каждой божественной литургией, в таинстве венчания, которое освящает супружеские отношения, в таинстве соборования, которое также исцеляет человека. И не будем забывать, что в своей Нагорной проповеди говорил Христос. Давайте мы к этому празднику принесем свой подарок. Я прошу каждого из вас, сегодня или на этой неделе, кроме воды и радости ее присутствия, прочитайте 5 и 7 главу Евангелия от Матфея. Вот с этого, это Нагорная проповедь Господа с 5 по 7. Найдите в кругу своей семьи, откройте Святое Писание. Именно там вы прочитаете, как надо жить христианину, если он действительно однажды исполнил всякую правду и пошел путем спасения, и он не имеет права сходить с него, ибо всякий, возложивший руки свои на плуг и озирающийся назад, нет благонадежен для Царствия Небесного, говорит нам Писание. Если мы однажды пошли за Христом, да никогда не сойдем с этого пути. Вот к чему зовет нас Христос. Идите за Мною. Идите к свету, потому что Я свет миру, и вы никогда не будете ходить во тьме. Придите ко Мне, говорит наш Спаситель, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Давайте придем ко Христу. Вот как сегодня. Каждое воскресенье с сегодняшнего дня давайте ходить в Божьи храмы, чтобы сам Христос упокоил наше сердце, усмирил нашу душу, простил нам наши грехи и после нашей коротенькой жизни принял нас в то царство, где уже нет болезней, нет печали и воздыханий, но жизнь бесконечная. Но для этого нужно пройти этот путь со своим крестом до конца. До самого креста. Пусть душа останется чиста. Аминь.